Четвертый раз пробуем оклеить плавник. Первый раз объективно не получилось, перетянул, затянул, порвалось. Второй раз видео снимали со штатива и не сняли. Третий раз не начали клеить. Праймер плохо сняли здесь, старый. Теперь новенький праймер. Все должно быть получиться. Пленка винил с микроканалами. Китайская Карлас. Ну, вроде бы такая как бы замена КПМФ. Подожди, не тяни пока, пусть сначала разогреет. Так как у нас есть три руки, мы это делаем в три руки. Оп. Так, вот сюда. Главное здесь вот не профукать это место, потому что его потом будет не растянуть. И теперь понемножечку тут на праймер приклеилось, конечно, плохенько, сильно не снимаем. И отсюда начинаем уводить с края и сверху. Давай подогревайся тут. И тут получается как пластилинчик, я ее вкатываю. Потому что ей тут по большому счету нужно идти на сужение, но она расширяется. Закатываю сразу край. Так, в прошлом видео мы показали, как это делать в одного, если тебе некому помочь. Сейчас, наверное, покажем тебе здесь. Виталик, возьми пока телефон, убедись, пожалуйста, что он дальше будет снимать, чтобы не было как в прошлый раз. Я тут запарился, поклеил, так четко все получилось. Смотрим, видео не было. Сорян, ребята. Но мы взяли, сняли плавник и переклеили. Короче, какой мой такой способ? А что, она снялась? Да? Что? Ну, идет видео, цифры идут. А, цифры идут. Снимает видео? Идут цифры, точно. Ты если будешь смотреть там на красную кнопку или там в мое лицо, как да. На камере, ты не поймешь, идет видео или нет. Цифры, если идут, значит, видео идет. Короче, мой способ, как это вклеить вот такие вещи в одного. Берем фен под мышку. И у нас получается две руки. Виталик, продемонстрируйте, пожалуйста. Вот я подогреваю сам себе, то есть мне очень удобно. Смотри, покажи меня сейчас. Мне очень удобно то, что я могу себе взял подогрел, убрал вот таким движением. То есть я не рукой, а вот прям ну туловище могу, да, переводить туда, куда мне нужно. Я вижу, куда у меня тянется. Где у меня поток воздуха идет, я раз сюда взял, подогрел, фен раз убрал. И так вот можно в одного любые вещи клеить. То есть здесь я отпускаю, тут у нас уже по краю промазан праймер, прогреваю. По кругу. И все, теперь можно спокойно обрезать и подвернуть. Вот так, в принципе, быстро. Я думаю, можно это еще сделать быстрее, просто не часто эти плавники обтягиваю. Но получилось прям четко, быстро, мне кажется. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все дела.